Анна Быкова, это шилка, ну, в Афганистане ее звали парикмахер, потому что душманы, они в еленку обычно залазили, где-то на деревьях сидят густые, и начинается стричь. Как только заметили, сразу же подгоняем зушку, она как шарахнет, 4 ствола, 6 тысяч выстрелов дает в минуту, и все там. Из дерева только стоят щепки одни, ну и, конечно, душманы тоже щепки. Ну вот батальон, который воевал в Афганистане, лейтенант бессмертный на нем был, но, к сожалению, погиб. Солдаты написали его именем, вот этот лейтенант. То есть, такое было немножко, вот если командир погибал, или, ну, обычно пошли, написали имени его и сохраняли, как берегли. Ну, техника, которая уже тоже, она, сказать, не молодая, сейчас более современная, но до сих пор стоит на вооружении БТР-60, и не только в сопредельных государствах, но и в России есть еще стоит. Ну, а это вот знаменитая «Катюша», которая капитан Фёрл, ну, с такой «Катюшей» стрелял по Волге. Мы заняли фашисты, а на станцию согнали очень много техники и боеприпасов, которые подвезли для фронта. А немцы это захватили. Тогда приняли решение применить «Катюшу» первые. Они дали залп, и немцы там ошалели, потому что это оружие, ну, довольно такое, оно массовое. Вы представляете, что пушка стреляет по очереди, а тут одновременно срывается столько снарядов, в течение нескольких секунд сходит все с рельсов, и получается такой огонь, осколки. И все даже думали, что это какое-то секретное оружие, что фосфорные снаряды там, это все горело, все летело. Давайте общий снимок, знаете. Ну, в символической машине сделаем около... Можете даже залезть на нее, ничего страшного не станет. Давайте, давайте. Помоют, почистят. Давайте. А сам станок 43-го года, ребята, это боевой станок. Машина, конечно... Олег Валерьевич! На танке, да? На танке катались, да? А то будете кататься, ребята? Олег Валерьевич, иди сюда, сфотографируйся. Что, поедешь на танке? Ну, а что? Можете? А руководитель не будет первого? Извините, а можете немножко в сторонку подвинуть? Чтобы вошли все. Андрей, где ты есть? Кто есть? Давай, все, пошли. Пошли, все. Слезай, толпись. Ну что, на танке будет кататься? Я уже. На танке. Спасибо, Сима. Ну это просто бомба, да? Как после такого полета? Можно? Можно.